Выходец из высокогорного села Эрцио Сурен-Тедеев на протяжении нескольких лет возделывает земли в родном селе. Каждый год он получает богатый урожай и продает местным жителям картофель, выращенный на обширных полях. Сурен-Тедеев знаком со многими покупателями, которые всегда с нетерпением ждут начала сезона сбора урожая. В этом году фермер столкнулся с проблемой нехватки сельскохозяйственной техники. Однако после обращения к главе государства ему была оказана значительная помощь в предоставлении техники. Эти шаги свидетельствуют о внимании властей к нуждам сельскохозяйственного сектора и стремлении создать условия для устойчивого развития аграрного сектора. К сбору урожая фермер привлекает местную рабочую силу. Фермер также выразил слова благодарности главе администрации Дзаусского района Ванде Тибиловой. Сурен-Тедеев из-за проблем со здоровьем не смог в прошлом году в полной мере заняться фермерской деятельностью. Сейчас он полон сил и уже готовится к новому сельскохозяйственному сезону. Тем более, как отметил сам Тедеев, его главная проблема – отсутствие техники, без которого возделывание картофеля на больших площадях невозможно, разрешена. В то время как земельные ресурсы представляют собой важный актив, способствующий экономическому развитию и продовольственной безопасности, значительная часть этих угодий остается недействующей. Многие владельцы земельных наделов не используют их по назначению. Несмотря на солидный возраст, Сурен-Тедеев полон сил и планов по расширению хозяйства. Трудолюбие Сурена нацелено на максимальный результат. Фермер добавил, что в планах высеять картофель на площади в 25 гектаров и собрать урожай порядка 750 тонн. Агунда Губозова, Ринат Медоев, Давид Туаев. Информационный выпуск сегодня.